Вот он, ястреб. А, ты его фотаешь? Пидорас. Номер дома поставь, где живет. Как ты его поймал-то? В сеть. С утра, блядь. Я, блядь, ту сеть на это поставил, понял, птиц выставил. Ну, эту растягиваю. Блядь, птицы хлещутся, ничего понять не могу. Вроде кошки не было. Блядь, послушал, они опять бьются, блядь, понял? Подхожу, он, пидорас, сидит, блядь, вниз захуярился. Ну, вот так вот мотнулся и лежит просто, обалдеет, нахуй. Ну, я его аккуратненько взял, пошел с ним. А сюда посадил, он, сука, на меня, блядь, кидаться начал, ходил. Наверное, понял, что к чему. Вчера две синицы дал ему, он сожрал, сука, махом. А сегодня, думаю, хуй ты соси, блядь. А сегодня, кстати, даже синица не ловилась. Да синиц жалко все равно. Одну поймал. Отдавать ему. Одну синицу поймал. И сегодня птица, видать, вот это смена погоды. Она даже, знаешь, то два раза семечки сыпешь в день, понял, да? Да. А это сегодня, блядь, что вчера дал, половина целая, понял? Птица погоду тоже чувствует. Она и сегодня не улетит нихуя. Перепады вот эти, блядь. Я тебе сейчас вот сюда в мешочек вот этот положу, но если он у тебя вылетит в машине, смотри, кого-нибудь не въехай, блядь. Голодный, блядь. Да сейчас отпустим. Да он может и два дня без... И я ему воды не давал вообще, нахуй. Он же двое суток без воды сидит. Воды-то надо дать. Да пошел он нахуй, я чучело с него хотел сделать. Синит пугать. Ну вот, отпустим. Ну видишь, ему селфи нравится, блядь. Тащится, блядь. Самка, наверное. Я тебе говорю, прошлый год был, у него грудь... Он маленько не такой был. У него грудь такая, это, кофейная была, блядь. А его это более это, крапинками идет, понял? Uh-huh. У того были крапинки, но они на кофейном фоне, а у этого на белом. И башка у него, видишь, какая, какой-то такой цвет. Ну, старая уже, наверное, как говорится. Все? Давай, вылавливай. Вылавливай. Будем, блядь, выпускать. Только не тут. Сейчас вечером пидорас опять какой-то заорал, блядь, но не было, блядь. Ты мне только не развернись, сука. Ты видишь, сука, козел? О, кидается, блядь, видал? Пидор вонючий. Да, он хули маленький так-то. Просто с виду здоровый, а так как меньше голуби. Нет, вот крупнее я был. А чё, ты говоришь, ногти, ну нихуя у них тут нету пил таких. Ты говоришь, пилы, блядь, у них тут. Да, острые. Да я тебе про большого говорю. Не, а у них, говорит, вот тут споры же, да? Он может рассечь, да? Да ну какие шпоры. Ну, самка, наверное, блядь.